и на... И не, потому что она сегодня приехала в вас, и у нее проблемы какие-то. Давайте, она будет. Все, добро. Все, побачимся. Все, слева. Вебинар. Андрій, їдеш? А, ми ще побачимося сьогодні, так? Все, супер. Приїдьте. Умоляй мене. На коліні, умоляй мене. Це GoPro там зверху, так? Перед тим началом, хто такий Гері Франсіоне? Ну, почему как бы, он обладает и такой силой и возможностью обрабатывать так информацию серьезно? Он почетный профессор права и философии старейшего юридического университета США. Rutgers School of Law называется. И что самое главное, в чем его главная особенность, что он первый в мире, поскольку у него там кафедра своя, ввел теорию прав животных именно как самостоятельный предмет в юридической дисциплине. И преподает, и читает семинары, и это свидетельствует Rutgers. Люди, получившие диплом, уже могут заниматься автоматически. То есть человек создал именно теорию прав животных. Не просто мы их любим, мы не хотим их убивать, да? А в современных реалиях так, что все связано с законом. Ну, что законом разрешено, то не запрещено. Если это будет разрешено, это будут делать все, ради прибыли и что-то еще. Поэтому он создал права животных, потому что... Главный его подход в чем? Мы будем сейчас говорить, что животные, они тоже обладают личностью, личностным статусом. И поэтому личность, испытывающая страдания, должна иметь права, должна быть защищена. Вот, и кто такой Гери Франсіоне? Вот этот момент, что хочу сказать, он 30 лет веган. 30 лет веган. И при университете за свой счет с 90 по 2000 год содержал клинику по... лечению и защите прав животных. Ну, так называемый animal advocacy. Ну, адвокаты прав животных вообще в мире, в США, это такая профессия очень серьезная. Вот, то есть он помимо преподавания, научной деятельности, лекций, содержал вместе со своим партнером Анной Чалтон, тоже профессором права этого же университета, клинику. То есть он, что называется, flawless, без изъяна в этом смысле. Жизнь его посвящена вся этому. И вся, и сейчас, конечно, понимаете, да, он в оппозиции всем этим крупнейшим организациям. И это такой единственный человек, который открывает глаза и не связан. У него главный принцип – только grassroots, только народное движение. Без спонсоров, без рекламодателей, без донейшн. Только внутренний порыв, никакого коммерческого использования, никакого брендирования. Он профессор философии, он постоянный гость джайнских конгрессов. То есть все авторитетные брахманы, индийские там джайны, все прочее, они все, он известные фигуры на философии индуизма, джайнизма и все такое. Ахимса, вся вот ведическая, настоящая, да, не вот суррогат, который мы все потребляем, он знаток этих вещей, поэтому он, что называется, предельную реальность сохраняет в отношении прав животных. Вот. Ну, и еще маленькое вступление, что такое право? Ты еще перейдем, не всегда люди понимают, либо у нас у них другая система права, да? У нас роман германская, у них англосаксонская. И, соответственно, к праву подход другой. Господи, что такое право? Вам ответить, что право – это система норм, защищающих там что-то еще. Нет, самое простое без этой системы норм, которая никому не понятна. Которая система норм, она создается за деньги в парламентах. А право, именно как естественное понятие, оно выглядит следующим образом. Что право – это просто защита интереса. Вне зависимости от... я сейчас скажу фразу, а потом поясню. Вне зависимости от происходящих последствий. Пример полный. Почему у животных должны быть права и что такое права животных? Надо понять, что такое право. Право – это защита интереса вне зависимости от последствий. Что значит? У меня есть право на жизнь. Да, например, у всех по закону, в Конституции, право на жизнь. Вот. И какая ситуация? Что если... То есть, например, что ситуация возникает такая, что вот в нашей аудитории, да, даже не в нашей, нет, в какой-то мифической здоровой аудитории, половина аудитории больна неизлечимой болезнью, да? А вот я, например, выступаю, стою здоровый, и все общество понимает,
что если убить меня одного, взять, ну, например, во мне содержатся какие-то здоровые органы, да, и пересадить, и все будут здоровы опять. Если убить меня одного, это принесет замечательную пользу большому количеству людей. Ну, понимаешь, да? Принесет большую пользу значительному количеству людей. В биомедицинских экспериментах, что-то еще, как донор, все. Вот. И право означает, если у меня есть право на жизнь, то означает, что право охраняет мою жизнь, независимо от того, принесет ли кому-то другому пользу то, что я ее потеряю и от меня ее отнимут, да? Ну, понятно я говорю или нет? Ну, понятно, да, что это право как стена, окружающий интерес. То есть вот у меня право на жизнь, или вот, я не знаю, политик какой-то, ну не нравится он мне, или кто-то еще, или какой-то бизнесмен, ну все. Снайпер, который хочет убить ребенка, да, но у него есть право на жизнь. Ну тоже право, да, то есть право, оно холодное, оно не думает и не знает. Да, право это как раз вот именно с точки зрения права, это защита интереса, независимо от того, кому что хочется. Да. То есть я жив, я свободен, у меня право на жизнь, на свободу, на имущество. Право означает, что если кому-то захотелось прийти и забрать у меня жизнь, даже не на свою пользу, а и для свою, и для знакомых, вообще для всей страны. Вот я один инакомыслящий, а всем вообще ненавистно мое мнение. Но у меня есть право свободно выражать мнение. Право. Поэтому, ну, вынуждены слушать, ненавидеть, да, и все. Но по праву они не могут, потому что закон будет защищать. Вот. То же самое. И что, почему рабство так страшно? Рабство – это вещь. Это то, что не может вообще никаких прав иметь. То есть ты, тебя убьют, никто не пострадает из-за этого. Ну, никто тебя не сможет защитить, потому что не предмет защиты, у тебя нет права на жизнь. Поэтому права животных – это прежде всего это защита их права, право на жизнь, право на свободу. И самое главное – право не быть собственностью людей. Потому что если они становятся собственностью, у них уже нет права ни на жизнь, ни на свободу. Алгоритм такой, понимаешь, да, в человеческом обществе? Вот. Так что и вся... Весь этот подход, он сжато выражен в 6 принципах. Ну, в общем, это я сейчас затравку рассказал, да? Первый принцип я периодически буду цитировать напрямую, потому что все-таки это аутентичный момент, да? Вот, аболиционистский подход к правам животных отрицает все формы эксплуатации животных и стоит на тех позициях, что все чувствующие существа, ну, существа воспринимают, чувствующие боль, страдания, понимаете, да? Что все чувствующие существа, люди или представители других биологических видов, имеют одно фундаментальное право. Право не рассматривается в качестве собственности других. Вот который я практически уже рассказал, да? Собственно, это первый принцип. Это самое главное, потому что многие причины, люди даже, многие не знают этих причин, и очень популярны так называемые single issue campaign, то есть одиночные кампании. Защищаем дельфинов, защищаем слонов. Защищаем вот это, да? Ну, это все, ну это да, это есть, это полумера, но истинную причину, почему так, что животные являются собственностью людей, это в основе всего. И в основе всего, что даже если бы этого не было, если бы их право на жизнь защищалось законом, то твое желание убить и съесть мясо, убить живое существо, причинить ему страдания, ты не смог бы его осуществить, иначе ты бы был встречен... Ну, возмездием со стороны закона. Не можешь просто убивать живые существа. Поэтому вот если этот первый принцип, мы как раз о нем поговорили, то, ну да, и, соответственно, да, еще недавно, в 19 веке, тоже цитата из Франсиона, до 19 века животных воспринимали как неодушевленные предметы. Для Декарта, великого ума, например, скулящий пес был подобен скрипящей машине, которого следует смазать маслом. Автор рассуждения о методе не видел никакого смысла в рассуждениях о моральных обязательствах перед животными. Поэтому еще какое-то время назад это было вообще страшно. Но этот пережиток остается. Поэтому если мы уберем... И все законодательство пропитано этим. Если убрать это, то это будет, в принципе, это основное. Это основное. Поэтому я уже не буду тогда зачитывать. Да, второй принцип тоже. Второй принцип тоже я уже коснулся. Там дальше остальные 4 более фундаментальные, связанные с психологией животных совсем. Тоже. Признание нами этого единственного фундаментального права не быть собственностью
означает, что мы должны отменить, а не просто регулировать эксплуатацию животных. Потому что она предполагает, что животные являются собственностью людей. Вот. И мы осознаем, что мы не отменим в одночасье статус собственности в отношениях животных, но мы будем поддерживать только те компании и точки зрения, которые продвигают повестку дня аболиционизма. Мы не поддержим позиции, которые призывают к усовершенствованию и регулированию положения животных. Вот, это как раз к той истории, к тому, что движение за права животных в США, к сожалению, превратилось практически все в просто бизнес-механизм. Вот, да. Вот как он пишет его словами. Многие сторонники защиты прав животных утверждают, что позиция правозащитников, которые стремятся упразднить эксплуатацию животных, не является практической. Потому что как бы, ну, она не учитывает, что мы можем сделать сейчас, какие изменения можем прямо сейчас сделать. Вот. Ну, дальше, да, идет уже то, я уже это сказал, что животное является собственностью, поэтому, как я отмечал в своих работах, поскольку животное является товаром, собственностью, они представляют из себя только экономически используемое имущество, без всякой лирики, не обладающее ничем, кроме внешней ценности. Ну вот, предмет, мы назначаем ему ценность, она имеет какую-то ценность, только потому, что мы ее назначили, мы ее сломали, она перестала иметь ценность. Интересы внутренние животных, интересы вообще жить, не получать боль, не имеют изначально присущей ценности, самоценности для них. Как результат, стандарты, требующие гуманного обращения к животным, интерпретируются в экономическом смысле и ограничивают эту защиту тем, какую пользу она может принести и собственнику, и потребителям. Вот. Да. Обозначенные усовершенствования в области улучшения положения животных делают очень мало, если ничего, чтобы усилить защиту животных. По большей части они не приносят ничего больше, чем содействие повышению экономической эффективности и социального одобрения эксплуатации животных. Вот, поэтому вот в чем трагедия тоже вообще тяжелейшая. Дальше. Основным доводом вот этих всех ПЕТа, всех организаций, которые говорят постепенно, и Питера Сингера, кстати. Питер Сингер тяжелый демон, очень тяжелый. Основным доводом позиции сторонников регулирования положения животных заключается в том, что убийство животных само по себе не причиняет им вреда. Утверждается, что животные живут в настоящем и не обладают аналитическим умом, способным осознать трагедию собственной смерти. Вы понимаете, да, что считается, что людям якобы самое страшное – это предсмертные страдания. А если все, то все. А у животных этого нет, а боль потерпеть чуть-чуть ничего не страшно. Вот. Единственное, о чем они беспокоятся, это то, как мы обращаемся с ними и как, насколько гуманно мы их убиваем. Животные, как они думают. Они считают, что у них нет интереса в продолжении собственной индивидуальной жизни. И таким образом убийство само по себе не причиняет им вреда. Ну, есть такая точка зрения. Вот. Поэтому, и что интерес в непрерывно продолжающейся жизни, да, вот мы все хотим жить, у нас есть ожидания, мы не хотим что-то в будущем, это удел только человеческого самосознания. Типа, а животных, ну так, ну мы же люди, ресурс, и когда-то, может быть, кстати, юга, когда наступит, если наступит, если вообще она была, то тогда это произойдет, да. Вот, и именно этот взгляд привел к возникновению движения счастливого мяса, happy meat и happy exploitation, что стало самым серьезным откатом назад в борьбе за справедливость по отношению к животным за десятилетия. И дальше, вот здесь именно факты. Кто-то просил факты, они сейчас будут. Вместо того, чтобы принять веганизм как четкую моральную основу, ну, потому что невозможно говорить вообще о правах животных, о любви к животным, если ты ешь их убитыми, если ты заказчик этого убийства. Ну, невозможно. Это вообще, это нонсенс и вообще как бы такое предательство, грубо говоря. Вот, это сейчас цитата. Вместо того, чтобы принять веганизм за четкую моральную основу, движение защитников животных согласилось с мнением, что мы можем действовать этично и продолжать потреблять животные продукты. Ознакомьтесь со следующими примерами, подобных которых много, двоеточие. Питер Сингер утверждает, здесь все цитаты, ссылки, то есть это не голословно.
что мы можем быть добропорядочными всеядными и эксплуатировать животных этично. Если, для примера, мы выбираем есть растущих на воле животных, да? Вот, которые были выращены и убиты гуманным способом. Статья Питера Сингера «Как мы едим, почему важен выбор в еде». Сингер восхваляет поставщиков гуманно эксплуатируемых животных, таких как Whole Foods и его директора Джона Маккей, как этически ответственных, и описывает строгий веганизм как фанатизм. Дальше идем. Том Риган представил Джона Маккей, вы слышали, кто это, да? Главный директор продуктовой мясной сети, как главного докладчика на конференции 2005 года, которая была посвящена способности индивидуумов предпринять значимые изменения для животных. Риган приветствует Джона Маккей и весь Whole Foods в качестве движущей силы за пределами самых высоких стандартов в улучшении положения животных. 2004 год. PETA удостоила Whole Foods награды, заявив, что компания непрерывно делает больше для улучшения положения животных, чем любой другой сетевой мясной продавец, требуя, чтобы их поставщики соблюдали строгие стандарты. PETA в 2004 году присудила свою награду дизайнеру мясобоин Temple Grandin за разработку гуманных боин. Дальше. Организации «Гуманное обращение с фермерскими животными», «Гуманистическим обществом США», «Американским обществом по предотвращению жестокости по отношению к животным», «Любители животных», «Всемирным обществом по защите животных» и другими продвигает так называемый «Certified Humane Raised and Handled Label». Это значит «Сертифицированный знак по гуманному взращиванию и обращению», которое она описывает как сертификат потребителей и маркировочная программа, направленная на внушение потребителям уверенности, что маркированные таким образом яйца, молочные продукты, мясной продукт и мясо домашней птицы были произведены в случае заботы о благополучии фермерских животных. Ну, грубо говоря, гуманно убиты. Вот так, чтобы было меньше пиетета и больше понимания, что такое защитники прав животных, по большей части. Человек не веган, защитник прав животных – это нонсенс. Дальше. Вот. Дальше. А что, про Питера Сингера. Это все статьи из Гэри Франсиона, ссылки на него. Такие люди, как Питер Сингер, и сообщества, такие как Vegan Outreach, веганский, PETA, отстаивают эту позицию. Сингер утверждает, что мы можем быть сознательными всеядными, и это моральная позиция, которая имеет право на моральную защиту. Он утверждает, что быть последовательным веганом является фанатичным. Сингер определяет себя как flexible веган. Гибкий веган. Гибкий веган, готовый отказаться от веганизма в любой момент, когда ему это будет удобно. Он заявляет, что ест яйца, произведенные вне клеток, и молочные продукты. Он говорит о роскоши, лакши, в кавычках, это цитатка из него, от роскоши потребления мяса и других продуктов, произведенных из животных, с которыми, по его мнению, опять же, да, хорошо обращались и потом гуманно убили. Вот, так что... И как отвечает Гэри Франсионе, как бы мы ни старались улучшить и регулировать положение рабов, придумывая им вольные пастбища, стойла с музыкой, просторные теплые клетки или гуманные способы убийства, это никак не влияет на их судьбу. Все они после лет заточения и нещадной эксплуатации заканчивают свою жизнь убийством на бойнях и меховых живодерных в лабораториях и на охоте. Вот, ребята, так что все лицемерие. Очень удивительно, Питер Сингер в своей книжке сразу так и заявляет, я вообще не люблю животных, но мне это как-то немножко Да, но Франсион и взялся развеять этот миф, он же считается отец движения за права животных, книга Animal Liberation 1978 года. Вот, дальше. Вот, чтобы это было понятно с этим, очень многие, но он скрывает эти вещи, поскольку он профессор права, он общается в кругах, и он может получать оригиналы документов. И на сайте вывешено вот это письмо, которое я сказал в поддержку Whole Foods и все такое. Разоблачает PETA, что оно раздает меховые шубы бездомным в Детройте.
классно. Это, кстати, еще очень хорошо за зоореализм выступают. Потому что они собирают бездомных животных, говорят, что они их пристраивают, а в итоге они их просто уничтожают, умерщвляют и выкидывают просто. Да, и что самое главное, сексизм. Да. Дальше будем говорить, это вся и сексизм и пропаганда веганизма это несоответствующие вещи, потому что сексизм это представление тоже женщины как физиологические функции, тоже как товара, личность пропадает, вот он товар, используй меня с вот этим антуражем, вот так что куда я не плюнь, что называется, везде аппарат. Так, дальше, третий принцип. Аболиционистский подход рассматривает полную отмену эксплуатации животных в качестве моральной основы по отношению к ним и видит в творческом распространении идей веганизма, а не в реформах по усовершенствованию, средства для достижения этой цели. Аболиционизм рассматривает веганизм в качестве своей моральной основы и утверждает, что нет нравственного значимого различия между мясом и другими животными продуктами, такими как молочные продукты и яйца, или между животными продуктами питания, использование животных для одежды и производства других вещей. Ну, два примера. Я до сих пор удивляюсь. Многие люди до сих пор считают, что корова дает молоко, потому что она жрет траву. То есть 80% людей городских в Москве, я вот отказал человеку недавно юридической услуги, потому что он, а что в этом такого? Они просто едят траву. Взрослый человек, владелец юридической фермы, дают траву, едят траву, и дают молоко. Ну вот реклама, да, диетическая. Коровка живет. Все понимают, да, что корова дала молока, у нее значит, должна начаться лактация. Лактация – это следствие беременности. Соответственно, что возникает дальше? Ну, начинаем с того, здесь порог на пороге сидит. Первый порог, что животное, живое существо находится в рабстве. Раз, не используется. Естественный срок жизни коровы на воле 20-25 лет. Когда она используется как товар, когда корова мужского, женского пола обретает способность к репродуктивной функции, ее сразу начинает промышленным способом осеменять. Таких гигантских, невидимых конца вот этих стойл железных. Металлическими, то есть второй порог изнасилования живого существа. Причем эта репродукция происходит нещадно, то есть только закончился отдельный период лактации, сразу резко идет снова, потому что это товар, он должен приносить прибыль. Через 5 лет, как корова заканчивает свою функцию с этим молоком, она едет куда? На бойню. Вот. Это второе, это убийство матери. Это еще одна аппаратка, третья уже наслаивается. Но это еще не конец пирамиды. Самое страшное, что все понимают, что если при реализации этого лактационного периода и беременности родится теленок девочка, она разделит судьбу своей матери. Рабство, изнасилование, смерть на бойне. Если родится теленок-мальчик, то шансов нет никаких. Это вообще мясо, это побочный продукт молочной индустрии. Все должны понимать. Одно без другого не может. Поэтому мороженое, сыр, все такое. Ну, съели сыр или мороженое. Вот в этом памфлете вот знаменитая фраза, что в рожке мороженое, в кусочке сыра и в стакане молока больше страданий, чем стейки. Стейки просто тебя зарезали и все. Вот, поэтому я непримирим к некоторым аспектам ведического гнозиса, каким-то вот этим Хари Кришны и все прочее на эту тему. То есть я готов поспорить и за Парабрахман. Что они-то заявляют, что они могут раздаивать девственных коров? Нет. Брахманы такого, брахманы высокого лицемерного порядка говорят о том, что они используют молоко коров брахманских, специальных. В роду, которой за тысячелетия не было страданий. Но не могут, они тоже кайфушники. Все, к сожалению, кайфушники. Так что о них не будем говорить. Так что дальше. О чем я говорю? Дальше. Теленок. Если родился теленок-мальчик, это стопроцентное убийство. Просто ребенка. Сразу. Вся телятина, вся, ну, машины дорогие, кожаные кресла, кожаная обувь. Обувь сделана из любимой всеми нами марихуаны. Вот. Дальше, что могу сказать? Любимые нами как альтернатива производству других продуктов, а не как какая-то чепуха. Вот. Поэтому так что я дома, ну,
кожаный на ней ничего нельзя. У меня ботинки из кукурузы, из хемпа и что-то еще. Тоже кожзаменитель. Или искусственные шубы не люблю, потому что все-таки это некая такая ссылка на трагедию. Поэтому вот что такое молоко, вот что такое сыр, убийство детей, рабство, изнасилование и смерть матери. Вот что за этим стоит. Также и яйца. Все понимают, да, что если рождается в рабстве курица-девочка, она, пожалуйста, в клетку потом на бойню. Такая же репродуктивная фигня. А все цыплята-мальчики, их же прямо контейнерные, живых, потому что это товар. Я же не буду тратить деньги на утилизацию товара, когда я просто их выкинуть могу в помойку. И это сплошь и рядом. Поэтому никакие лакта, никакие просады не помогут, к сожалению. Так что наши красноярцы в Москве меня затроллят. Ничего. Дальше. Это очень глубокая философия касательно тех, что ты спасаешь коров и все такое. Дальше мы придем, почему. Это очень вредная философия, так же, как ты спасаешь дельфинов, это тоже очень вредная философия. И ты спасаешь орангутангов, это вообще, это ты просто герой. А то, что яйца и что-то еще. Вот, ну и буддистам хочу сказать, чтобы на тему Далай-ламы мы с Олегом, благожелательно меня приютившим, поговорили. Я изучал все очень много, очень долго и все такое. Ну, чтобы все понимали, начну с того, что Далай-лама ест мясо, чтобы никто ничего не подумал. Да. Вот, это раз. Во-вторых, Далай-лама был докладчиком, организованным в Луизиане вторым демонической корпорацией KFC. Он был главным докладчиком, все спонсировано было. Его официальный представитель сказал, да, что иногда по показаниям здоровья Далай-лама ест мясо. Ну, чтобы вы понимали, просто есть такое заблуждение, я не знаю, как люди ходят даже в каких-то сектах, что-то там ступы крутят, ничего не знаю. Ситуация такая, что Далай-лама – это светский лидер Тибета, все надо понимать. Светский, именно по статусу в ламаизме, это светский лидер, представляющий их вовне. Духовный лидер Тибета – Таши-лама. С начала оккупации Китаем Тибета переехал в Индию и уже десятилетия как бы в контакт с публикой не выходит. Поэтому все эти шарфики на шее и все эти паломничества туда никому не интересны. Там тоже так же деньги, ступы, поклонения и вся херня, которая связана с христианством и всем. То есть величайший гнозис Иисуса превратили в церковь, величайший гнозис Будды превратили в ступ. Так что, ну а гнозис Кришны, он не меняется, он как есть, так и существует. Вот, дальше. Потому что там особо менять не надо. Дальше. Вот, что у нас? Ну, про это сказали, мне кажется. Еще немножко о веганизме. Что это такое в понимании Франсиона? Аболиционистский веганизм – это акт ненасильственного сопротивления. Это наше заявление о том, что мы отвергаем представление о животных, как о вещах, и считаем чувствующих существ всех иных по отношению к человеку биологических видах личностями с моральными правами, с фундаментальным правом не рассматриваться в качестве собственности или ресурсов человечества. Все, вместил. Индивидуальное сопротивление, потому что веганизм – это ахимса. Дальше, цитата. Веганизм – это ахимса или ненасилие. Веганизм устанавливает, что ненасилие начинается с того, что вы потребляете внутрь вашего тела и надеваете на него. Ахимса – это принцип того, что мы не должны поступать насильственно по отношению к другим ни в мыслях, ни в словах, ни в действиях. Но и об ахимсе не следует думать как о неком абстрактном принципе. Если он не затрагивает нашу повседневную жизнь, он бесполезен. Веганизм – это просто применение принципа аболиционизма в повседневной жизни. То есть аболиционизм, этический веганизм – это, в принципе, синоним. Тяжелое слово «аболиционизм» для славянских языков нет корня, а больше не найти, к сожалению. Вот. Но он больше, чем просто веганизм, хотя веганизм его основа. Вот. Вот. Так что идем дальше. Дальше. Аболиционистский подход рассматривает проблему эксплуатации животных преимущественно как проблему спроса, а не предложения. Это значит, что проблема не в существовании институциональных эксплуататоров, которые поставляют животные продукты обществу.
Главная проблема в том, что общество их требует. Вот, сторонники улучшения положения животных видят решение преимущества, а некоторые исключительно, в том, чтобы сделать предложение более гуманным посредством улучшения положения животных. Аболиционисты видят решение преимущества как снижение спроса путем продвижения людей к пониманию того, что эксплуатация животных не может быть морально оправдана, и путем естественного принятия веганизма. Если человек это понял внутри полностью, то он принимает веганизм, это случается быстро, в один день, и он уже с этого пути не сходит. Веганами, вегетарианцы меняются на веганов. Веганы меняют, и сыроеды меняются обратно на мясоедов. Или на вегетарианцев, что одно и то же. Но веганы, понявшие окончательно, уже это уже дело жизни. Все. Это только этические веганы. Ну, да, разные подходы к этому, да, и... Дальше. Так, и у нас что остался? Это Silvermind Approach. Сейчас осталось еще два небольших варианта. Так. И вот еще. Угу. На самом деле, да. Ну, с этим уже понятно, все поняли, что это тоже очередное лицемерие. Дальше. Пятый принцип. Мы уже заканчиваем. Так же, как мы отвергаем расизм, сексизм, дискриминацию по возрасту, гетеросексизм, мы отвергаем видовизм или видовые дискриминации. Это на самом деле начало всего. Ну, биологический вид чувствующего существа не может больше являться основанием для непризнания за ним права не быть ресурсом людей. В противном случае расовая принадлежность, пол, возраст или сексуальная ориентация тоже могут являться причиной для отрицания моральной ценности других людей. Но дальше. Что такое видовизм, да? Ну, родоначальник, как бы, понимающий, сейчас чуть попозже. Видовизм, видовая дискриминация, это учение, это целая доктрина тоже, философия, провозглашающая превосходство человеческого вида и право людей на использование животных в качестве ресурсов всех других животных на Земле. Видовизм отстаивает точку зрения, что живые существа, другие, живущие на Земле, стоят ниже в своем развитии, чем человек, призваны служить ему, и человек вправе использовать их как экономический ресурс для своих нужд и выгоды. Ну, это самый из всех видов дискриминации, которые были, это самый страшный кровавый вид дискриминации. Ну, мы все это знаем и понимаем. Вот у меня тут есть панкретики. Так, что я скажу, это тоже Гэри Франсионе. 146 миллионов убивает животных. Это всемирная сводная статистика продовольственной и сельскохозяйственной организации. Организация Объединенных Наций, да. 146 миллионов убивает каждый день. 6 животных вообще. 6 миллионов убивают каждый час. 100 тысяч убивает каждую минуту. 1680 убивает каждую секунду. В год убивается 53 миллиарда промышленных животных, не исключая рыбу и других морских. Поэтому, то есть, без веганизма не обойтись. И я не дочитал последнюю фразу, чтобы все тут не умерли от разрыва сердца. Это количество продолжает расти и удвоится во второй половине нашего столетия. Ну, темпы анализируются еще. Зоозащитники к этой статистике подключились. Структура рынка меняется и... А движение не учитывается? Ну, организм и так далее. Никак не будет влиять. Все равно в два раза. Это зависит от нас только. Вот сейчас по нынешним темпам будет влиять, не влияет пока. Если много. Ни одного вегана больше не будет, да, то цифра будет такая. Да. Вот. Дальше. С чего началась эта, как бы, история с этим видовизмом? Ну, как все понимаем, несмотря на то, что это учение, 90% наших всех сограждан, вообще по всему миру, имеет это учение естественно в себе. Угу. Ну, то есть видовизм. Как это так? Мы в пищевой цепочке, нам никакой лирики не надо. Нас некий бог
как-то поместил здесь и все нам приготовил, чтобы мы их резали и кушали, и наслаждались. И что сам, и его, реже его, и их еще его прославляли. Поэтому это видали, даже если ты не религиозный, все нерелигиозные люди тоже мы большинство. Это же тоже воспитание, то есть да, это все. Учение проходит да, таким это, путем. Да. Да. Так что вот такая история. Да. Вот, поэтому, ну мы все понимаем, да, животные совершенно не должны обладать разумом или качествами сознания, сходными с человеческими, чтобы просто хотеть жить и не хотеть испытывать боль. Их способность чувствовать физическую боль и стремление избежать страдания, их эмоциональные переживания от грубого и жестокого обращения, их страх и тревога от понимания близости расправы, вот что делает нравственно значимыми и равными с нами. Вот все, что это я перечислил, это все испытывает человек при угрозе жизни. И это нравственный фундамент. Так что... Ой, зря. И, в принципе, это фундамент естественного равенства биологических видов. Фундамент. Вот, дальше... Что, почему, в чем эта связь между расизмом, сексизмом, когда женщин воспринимают просто как физиологическую функцию, тоже как товар некий, как какую-то плоть собственности. И расизм, вот такое, все вот это такое, вся дискриминация, что берется какой-то критерий внешний, ну его можно придумать любой, ты свой чужой. И по этому критерию человек убирается из морального круга восприятия, да, все, перед тобой просто объект, тело или вещь. Ну вот человек, да, не люблю расистов, или я расист, не люблю черных, либо я черный, не люблю расистов. Все, берется один критерий, и либо я настолько как-то дама какая-то воинственная и какая-то традиционалистка, и хочу какой-то вот этот сексик только... не имейте, чтобы никто другой никак не связывался ни с чем. Я просто застрелю всех геев. Ну, потому что я считаю, что это... Ну, вот у меня такой критерий, чтобы уменьшить, ну, лишить морального права и представить, как вещь убить, и якобы это не есть, не несет морального обязательства, вот эта вся история. Также и видовизм. Здесь берется вообще самый простой и удобный. Не мой биологический вид, не похож на человека, ты моя жертва. Ты ползешь, куда летишь, хочу есть, хочу машину с кожаным салоном, отодрал, повесил на себя. Так что вот в чем самое страшное, потому что это испытывает боль существо, а мы берем какой-то наш интерес, вот почему вначале, когда мы говорили о праве, нет права на жизнь. У тебя есть интерес, ты хочешь себе это. Ты берешь и убиваешь. И никаких последствий законом разрешено. Поэтому если животные были личностью, у них было бы право, почему права животных, этого невозможно было бы сделать, не встретив именно законного сопротивления. Вот. Не понеся ответственности. Да, так что и животные, конечно же, каждое животное... Каждое животное имеет интерес в своей жизни. Все хотят жить. Если ты чувствуешь, рожден и ведешь жизнь, ты хочешь жить. Ты хочешь жить, ты знаешь свою семью, у тебя есть эмоции и предпочтения. Поэтому вот этот половинчатый подход, что мы тебя убьем гуманно, мы тебя убьем, потому что твой интерес в жизни, мы считаем, что его у тебя нет, мы просто считаем, что его у тебя нет, думаем так. Наши способности сознания приводят нас к этой мысли. Наша вершина эволюции человеческой, слова, разум, просто позволил нам понять, что у тебя нет интереса к жизни. Но мы визуально видим, что тебе больно, неприятно. Не чувствуем, что тебе больно, но видим, что тебе больно. Ладно, будет не больно. Но то, что ты хотел жить, прости, брат, я не чувствую, что ты хочешь жить. Это страшно. Это страшно, это не расклады между людьми, это расклады между человеком и беззащитным существом. Одинаково себя чувствующих, одинаково хотящих жить, не хотящих испытывать боль, только одно не может сказать это и защитить себя,
она стопроцентная жертва. А другая сделает только потому, что она проголодалась. Вот почему ведаизм – это видовая дискриминация. Это самое страшное. Самое страшное. Из этого все выросло. Все выросло из этого. Я не буду говорить о религии, потому что не знаю, кто как что говорит, но, к сожалению, и главное об основоположниках, потому что все религии извращены последовательно, все должны понимать. Поэтому и все эти извращения, ну вот наш аболиционизм пошел на, в лес прямо, живот. Да. Вот, поэтому это ведовизм, это. А можно вопрос, если позволить? Ну вот, а допустим, если мы берем пищевую цепочку, которую мы придумали, да, я ни в коем случае не правда ведовизм, что просто мне интересно действительно. Вот когда там волк ест зайку, вот, как это относиться? Я скажу свое личное, я за Гэри Фрэнсиона. Я скажу свое личное мнение, то есть не связанное с лекцией, просто свое личное мнение. Я вообще считаю из наблюдений таких эмпирических, что вообще материальная вселенная и мир, она замешана на парадигме жертвы. Это сейчас я, кто верит, там осознает как Бхагавана, там, я не знаю, сына отца, ничего не говорю, просто свое личное мнение. Основано на парадигме жертвы, поэтому все возвышенные религии, буддхические, нравственные, как индуизм, глубокий буддизм, да, они все это знали. Сансара, да? Мир страданий. Вот. Поэтому единственное, для чего, что можно сделать, вообще единственное достойное миропрепровождение здесь. Сокращение страданий. Да. Все иное создает карма и соучастие в колесе сансары. Ну, да можно я вот уточнить. А нет, я продолжу про этих, про животных, которые ездят и думают. Это тоже трагедия, потому что я, например, когда иду по улице и вижу, что кошка пытается съесть мышь, мне на пищевые цепочки наплевать. Я всегда стою на стороне жертвы. Хоть бы она умерла бы с голода, но она умерла без стресса относительно отнятия жизни. Потому что мышка здесь, жертва всегда проигрывает. Мы не можем ни нейтрально, ни какие-то вот эти варианты, а что если, а как так же. Это все похрен. Это трагедия для жертвы, которая есть мышь. И любое другое существо, которое это происходит, оно будет страдать, к сожалению. И так все придумано, вот поэтому, то есть, именно о личности придумавшего так, не хочу говорить плохо и нехорошо. Ну и что-то имею в виду. Вот. Скорее второе, чем. Точнее первое, да, там у купе был, вот это первое, плохое имею в виду. Вот. Дальше. И этот парадигм жертвы. Поэтому счастье, что как-то так появилось, получилось, что все-таки эволюция сознания вышла за пределы сансары. Но я не говорю, что это какой-то, там, не знаю, духовный свет откуда-то из других областей. Но прошел этот прорыв, что единственный, кто во всем этом коллексе может противостоять, оппонировать парадигме жертвы, это человеческое сознание. Единственный, кто может это делать. Поэтому есть такое еще, есть еще такая, ну, знаете, там, Дао, вообще китайский гнозис древний. Есть такая книга «Учителя Южного Заречья». Она совсем добуддийская, древняя. И там написано, что священно мудрый не занят в жизни ничем, кроме как постоянным спасением живых существ. Вершина. Ну, это для людей, которые в предельной реальности находятся, осознают весь этот вариант. Поэтому вот что касается вот этой трагедии тоже, но мы живем с ними, и с этой трагедией приходится жить. То есть, ну, как бы сказать, то, что они там не совершают преступления, неосознанно это делают, инстинкт, это понятно, но долг человека, если он с этим, он может различить это. Трагедия, да, это все трагедия. Вот. Ну, поэтому закончим уже с отступлением. Знаете, последний обед Бодхисаттв в Махаяне. Настоящий последний обед. Это когда они уже прошли все ступени раджа-йоги, да? Яма, нияма, асана. Так, дальше. Тхьяна, пратьяхара и самадхи. Дом, вот аджана, до выхода из тела. Уже готовы расстаться вообще со всеми привязанностями, это отдыхать полную, паранирвань.
Они дают последний обет, что они уже все освободились от всего, им эта майя нахрен не нужна, и прям трясет. Дают последний обет, что они не покинут сансару до того момента, пока последнее живое существо не освободится от страданий. Все. И возвращаются, и возвращаются, и возвращаются, и возвращаются. Ну, это отличие, да, высокой Махаяны вообще от всяких других. Ну, Иисус, стопроцентный прекрасный бодхисаттва. Человек, который покинул тело для того, чтобы добровольно, пойдя на крест, да, все это знают, добровольно. Его главная фраза в Евангелии, что я имею власть уже отдать ее, жизнь, и принять ее обратно. То есть он покинул тело и стал Шакти Авеша Аватара. То есть его сознание, его эго, как бы стало способным соединяться, ну как бы оно растворилось в воздухе, оно стало способно соединяться с любым сознанием, которое чисто его воспринимает. Так что вот люди делают такие подвиги, это тоже это такая именно деятельность не для детей и не для стопроцентных аболиционистов. Ну вот если посмотреть еще ремарочку в эту же вот область, да, как бы я разделяю полностью этот подход, но мне кажется, что если бы, очень утрируя, волк однажды не съел зайку, нашего вида просто не появилось бы. Я не думаю, что это плохо. Я лично... Мы появились случайно. Нет, я, мне не важно, появились, не появились, потому что я исхожу из того критерия, что наше появление есть источник таких тяжелейших страданий. Ну да, да. Для всех остальных, помимо нас. Однозначно. Что если бы какое-то другое живое существо на Земле или какой-то микроорганизм вел себя так же, как и мы, разрушая планету, все вот это, то как бы в клинической там, биологии это называется просто вирус. Поэтому тяжелый вирус, но есть возможность исцеления. И это исцеление только через одно. Через сознание, что каждая жизнь так же ценна. Так же, во-первых, ценит свою жизнь поросенок, как любой, там, я не знаю, профессор или там чемпион почему-то на пьедестале. Рожденный грех эволюции, который мы искупаем сейчас. Нет, я не вижу эволюции, к сожалению. Не вижу. Всегда были. Есть некая пропорция, всегда существующая. К сожалению. Вот. Но есть сейчас, я не знаю, эволюция, не хочу это слово, оно тяжелое. Потому что я. Ну это уже такая, уже не тема лекции. Если закончится, мы поговорим об эзотерике. Это интересно, я стараюсь просто соответствии науки подходить и пытаться, да, совмещать этику и науку. Да, я считаю, что человеческий вид виновен в таких страшных преступлениях. И что. Ну, и не испытываю какого-то пиетета и какого-то стремления обязательно быть, реализовать вот эту танху. Я понял, мне надо. Спасибо огромное. Вот. Так что это не критерий. Мы же все понимаем, что если что-то и существует вне времени, и пространства, и изменений, и грехов, да, то это должен быть просто океан истины. Состояние Бога, как бы. Да, Бога, да. Состояние. Ну, я не люблю просто это слово, потому что это тяжелейшее слово. Потому что кого не спросишь, у всех это другая персона. У каждого. С разными именами. Да, с разными именами. Вообще субъект, да? Да. Ну, если что-то должно, это будет это чистое, ну, чистое добро без изъяна, да. Без деятельности, как бы в потенции, святость. Ну, не случайно, первая эманация, как бы по всем доктринам вот этого Дхармакая, океана Дхармы, это Будха. То есть первая локализация – это эго локальное, насыщенное полным Будхой. Так что, вот. И, соответственно, сравнительная астрология – это Меркурий. То есть каббалисты иудеи воспринимали Иисуса как гения Меркурия. Ну, если мы сравнительно вот эту историю говорим. Спасибо еще раз. Не за что, спасибо. Так, дальше. Дальше, это у нас было, так, это, да, и пятый принцип, это ведовизм, это правильно, и последний наш принцип, так, у меня листы уже разлетелись, ну, в общем, пятый, шестой принцип, я могу сказать так, одно, я его помню наизусть, потому что он основа всего, что шестой принцип, что веганизм, аболиционизм, придерживается принципа ненасилия, ахимсы. Причем, почему это так, что, ну, то, что мы должны просвещать людей,
и на чем настаивать Франсион, это творческое, массовое, различными способами ненасильственное просвещение веганизма. Потому что если пойдет война, потому что вы знаете, движение за права животных имеет очень широкую градацию как бы, темпераментов. Да, есть. Вот, но какая ситуация? Если это, во-первых, главный посыл, что продается это все и делается не потому, что это продается и делается, да, а потому что все население хочет заплатить за это деньги. Хочет оплатить это убийство, потому что настолько лицемерно и малодушно, что никогда не убьет само. Но хочет питаться и жить хорошо. Ведовизм и все это внутри. Поэтому, и соответственно, если будет война, то будет ответное действие. И тогда веганизм уже, учитывая то его количество сейчас находящееся, да, и какие силы привлечет мясная индустрия и все прочее, то есть это будет тяжелые последствия, это может быть просто объявлено вне закона, как подрыв экономической безопасности страны. Так что, вот так, только не насильственное... В странах очень... Только... Очень уже приближено. Да, только не насильственное, потому что, ну, с эзотерических, понятно, да, ахимса, невозможно говорить о ненасилии животным и начинать вот это. Ну, я ничего, никаких оценок никому не делаю, каждый выбирает сам, но это как бы такой подход, что... Ведь нам же главное не какое-то внутреннее эго и внутреннее ощущение борца за права животных, правильно ли он делает как-то, да, или нет, чтобы, ну, животные быстрее снижалось это количество. Вот. А быстрее это снизится, когда будет снижаться быстрее спрос. Чем больше веганов, негативное отношение к обществу, ну, в свободных странах это уже в таком, ну, что уже, ну, знаете, в Лондоне уже на многих барах просто no fuel. Запрет меха входа. Уже потихонечку, уже еще 10 лет появиться на улице в мехах будет вообще, ну, оскорбительно просто. Пещерным веком. Да. Также, ну, все равно, хотя бы где-то. Также и что касается мяса и всего прочего, уже будет восприниматься просто как некий какой-то орк или что-то там, несчастный человек, которого надо срочно гуманно лечить. Веганскими продуктами. Отлетели. Но только через это, вы же понимаете, то только осознав внутри себя, именно через обучение и все вот это, человек становится силой. Только стопроцентное осознание делает человека именно праведной силой. Настоящей. Вот с этим подходом. Вот, так что и советую, да, вот у вас, говорит, есть 2 часа в день, говорит. На что вы его потратите? Чтобы больше принести. Я, говорит, советую просто потратить на говорить с людьми о веганизме вот эти. Все. Это дает больше, чем вы там будете сидеть полдня за компьютером, подписывать эти петиции. Освободите Винни, освободите Вилли или что-то еще, и что-то еще. Это никак, вообще ничем не отразится на эксплуатации животных. Ну ничем. Это такое, знаешь, тоже такое развлечение интеллигентской публики. Якобы я сопричастен милосердию, я поставил галочку. Я сейчас пойду вечером и закажу себе стейк. Потому что дельфин все-таки очень похож на нас. И убить дельфин, убить собаку никогда. Некоторые дельфины кушают. Да. Так что вот. Можно вопрос, Владимир. А как вы относитесь к прямому действию? Я же сказал уже, что я сейчас рассказываю аболиционистский подход. Прямое действие, как пропаганда веганизма. Не насильственное прямое действие. То есть не наносящее вред человеку. Общественной компании. Ну, я слышу за вашим вопросом, не наносящее вред человеку, но могущее нанести имущество его камер, где содержится животное, которое мы вскроем. Совершенно верно. Нанесение имуществу — это же не нанесение как бы здоровью, я имею в виду. Но что в духовном... Потому что Алексей ответил. Нет. Мы недостаточно сильны, чтобы давать воду, поэтому надо сидеть тихо. Нет. Так, неправильно вы поняли. Нет, просто... Мне так кажется, что не только я. Нет, просто смотри. Я отвечу, что... Нет, мне просто интересно. Нет, я ко всем людям, которые спасают жизни животных и людей, отношусь как к героям и как к моим братьям. Поэтому... Я каких-то нравственных оценок не делаю вообще никому. Если ты защищаешь жизнь, ты делаешь правильную вещь. Но какая ситуация? Что, опять же, многих просто настолько темперамент, и они внутренне чувствуют, что через какую-то внутреннюю гордость, вот эти терзания проходят,
как же я же могу и туда-сюда. Главная цель – это сокращение эксплуатации животных, а не героизм даже вегана или что-то еще. Просто в долгосрочной перспективе, ну, я просто объясняю, я не буду говорить за, не против, да, в долгосрочной перспективе это может такой реакции ответной привести, да. Ну, во-первых, смотри, это собственность, да, животная собственность, место которое словно собственность, по закону, да, похищение собственности. Понятно, что молодые люди или кто-то постарше, обладающий другим темпераментом, иначе похрен, это собственность, не собственность, неправильно дело, они видят жизнь. Но реакция может быть какая? Следующая, что, ну, во-первых, ну, знаете, да, что многие веганы сидят в тюрьмах, это сейчас повально, есть сообщество Vegans in Prison, как бы поддерживающих там семьях за такие, такую деятельность. В США это очень жестко. У нас, если это начнется в массовом порядке, будет просто наниматься вооруженная охрана, и через какое-то время будет издано постановление, то есть всех веганов, всех пересажают это моментально. Часть в России может быть, часть, ну, в Украине тоже. Часть, Украине, что маловероятно. Нет, такое просто общественное. Нет, просто другой раз хозяин фермы за деньги наймет вооруженную охрану, которая откроет стрельбу сразу. Просто сразу. И нет, примут, ну, всех, кто... Не особо понимают, зачем это надо. Я думаю, в Украине, например, в России, это да. Ребята, у нас уже не ревняют на Россию, не Украину. Да, ну все, тогда это... Нет, это можно поговорить, да, но я к тому, что это может вообще все заморозить, и вся эта история будет... Сразу компания в прессе, вот это террористы, экстремисты, потому что веганизм... Будете пошляты, короче. Часто в судах в Европе там это обвинение в терроризме, это просто терроризм такой промышленный, массовый. Это внутренний терроризм. Да? Не, ну не то, я не говорю о прямом действии, только освобождение животных из клеток. Я не только об этом. А, ну вот там Макдональдс бойкотировать, что-то еще прям. Нет, даже не об этом, типа там. Так о чем? Законным путем, там, изъятие животных... там зоопарков, коммерсантов, типа всяких таких вещах. Как прямое можно... действие, это не только там. Законным путем изъять собственность практически невозможно. Возможно. Есть только... опыты людей, которые. Ну, делают... понимаешь, да, но только. Там нет, допустим, лицензии на использование животного. Ну, там... это... Ну, нет это да. Дозволу, разрешение. Да. Ну да, либо они там можно привлечь по негуманному отношению, ну, да, с животными, да, и все прочее. Все. Жестокое обращение с животными, это. Ну да, но в том-то и дело, да, ненасильственное, это значит не то, что ты как бы сидишь, говоришь только. У них институт законодательства. Да, насильственно, ну поэтому, да. Да, насильственно это не то, что ты идешь туда, да, там, с автоматом, начинаешь стрельбу. Насильственно. Это то, что когда, ну, понимаешь, да, есть еще принятое нарушение закона, в ответ на что может быть именно не очень слишком жесткий ответ такой. И это в конечном итоге очень многие забывают. То есть 90%, да и веганы такие случаются, и все, все почему-то думают о себе. О здоровье. Удивляюсь. Все говорят мне, что они живут вечно, созданы вечным Богом, но крайне заботятся о здоровье. Не понимаю, что жизнь – это информация. То, что ты из себя представляешь, как это, как вихрь, да, информационный, то и будет есть твое здоровье. Поэтому почему здесь здоровье, непонятно. Ну, хотя у всех могут быть разные по этой, мотивации. Вот, поэтому главная мотивация, ребята, если не будет исходить насилие из человека, то он будет здоров и физически, и морально. Даже если немножко морально, физически будет нездоров, это будет ничего страшного. Ну, имею в виду как-то что-то такое. Но веганизм – это максимально здоровое, рекомендованное и прекрасное. Уже Ассоциация диетологов США официально подтвердила, исследование заказано, подтвердило, что веганизм является полноценной диетой. Ну, то есть без этических моментов, просто полноценная диета, способная заменить и обеспечить все. Вот, поэтому, так что не только мясо, молоко, молочные продукты, сыр. Надо смотреть за обувью, за сумками, за машинами, за всем остальным. Чтобы, ну, как бы на личном уровне акт индивидуального ненасильственного сопротивления. То есть ты внутренне сам стань скалой, да, сможешь что-то сказать, или чтобы быть уверен, что ты прав, и это правильно.
тогда ты можешь что-то сделать. Пока ты не осознал сам, или осознал неверно, все это будет не очень. Так нет, просто понимаете, что все вот эти вот информационные кампании, которые идут сейчас по всему миру, да, там, например, норвежская армия, да, которая будет в 2015 году, придет на вегетарианскую диету. Оно все добилось не просто так пропагандой, как бы, которую вели мирное население, типа, да? Оно все добилось именно прямым действием. В том числе. Не, и в первую очередь прямым действием, потому что это вызывало резонанс средств массовой информации. 60-е годы в Америке и в Европе. Да, да. Экологические бунты, типа, против... На самом деле, то, что касается, типа, рабочих прав, прав меньшинств и так далее. Все добивалось прямым действием, а не мирным путем. То есть, понимаете? И это все вызывало резонанс. А уже потом мирные протесты и мирные разговоры. Да, ну, есть, понимаете, есть просто немножко разные уровни этого движения. Я же сказал, да, то есть градация. Есть признанные профессора, философы права, потому что без идеологической основы, без того, чтобы на структурное это делать, это невозможно. Говоря без практики, практика без теории, она невозможна. Невозможно, да. И практика и там, да. Но что касается именно прямого действия, здесь главный момент, чтобы избежать насилия и контрреакции. Если это путем каких-то там, ну, законов, что-то еще освободили, закрыли, но закрыли, куда повезли? Вот скажи, вот такой вопрос. Освободили собак из клеток, да? Ну, где-то, лишь живодерни. Отвезли их в приют, хорошо. Чем их там кормят, не скажите? Мясо.